Новий, сучасний, зі збереженням історії та традицій. Таким повинен бути облік нового Харкова. Про це заявив мер мегаполіса Ігор Терехов. Власне, тому у місті дали старт новому архітектурному стилю. Я хотів би, щоб ми сповідували совершенно нову філософію, тому що сьогодні час і життя стоїть на місці, все розвивається. Я вважаю, що міст Харків має динамично развиваться и получить новые архитектурные объекты, исповедовать более интересную философию архитектуры. Поэтому я провел определенные совещания сегодня с архитекторами, у которых есть свое видение развития города Харькова. Оно частично совпадает с моим, поэтому я думаю, что сегодня мы должны сделать так, чтобы город Харьков был очень интересным в архитектурном плане. Тому кожен майбутній проект, що так чи інакше позначатиметься на архітектурному стилі мегаполіса, будуть прискіпливо опрацьовувати. За словами міського голови, якщо Харків прагне розвиватися у всіх напрямках, то і в культурному та архітектурному муніципалітет не має права стояти на місці, а буде слідувати в ногу із сучасністю. Если говорить о архитектуре города, вы знаете, что очень много зависит от мэра, потому что его видение развития архитектурного ансамбля города во многом диктует, каким же будет город в следующие несколько лет. Поэтому понятно, что есть архитектурные традиции, есть сегодня город Харьков, который имеет своеобразную архитектуру. Я хотел бы, чтобы мы привнесли новую концепцию в архитектурный ансамбль города Харькова, и это будет сделано. Леся Копелюк та Сергій Перець, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.